В Донецком цирке «Космос» состоялась пресс-конференция артистов Росгосцирка, Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и зарубежных артистов, которые в эти дни выступают на Донецком манеже с программой «Фиеста». Перед началом пресс-конференции состоялось вручение подарочных наборов детям льготных категорий нашего края. Эти подарки передала дирекция Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в лице Эдгарда и Татьяны Запашных. Хочется выразить благодарность Большому Московскому цирку Эдгарду Запашному, Татьяне Васильевне за предоставленную гуманитарную помощь в виде подарков, которые сейчас мы в очередной раз детям вручили. Цирку передали одежду сцены, цирку передали некоторые костюмы для униформы веретеров. И вот это внимание, которое нам уделяют, нам приятно, и вдвойне приятно то, что мы получаем это от своих друзей, от своих коллег. Мы артисты с разных компаний, мы артисты разных национальностей, можно сказать, из континентов разных. Но мы сюда ехали с легким сердцем, мы сюда ехали не из-за каких-то финансовых благ или возможностей, мы сюда ехали приносить людям радость. Для нас это самое главное, чтобы все знали, что вы не одни, что мы с вами, что... У вас тоже есть праздник. Учреждение культуры, тем более цирковое искусство, ну, как правило, вне политики. Мы занимаемся детьми, мы даем искусство детям. Для нас самое важное вызвать улыбку вот той детворы, которая сейчас тут присутствовала, в зале дети. Я думаю, это многого стоит. Вот на этом мы и стоим. Я вначале об этом говорил. Поймите, мы сюда ехали с легким сердцем. Нам очень приятно находиться здесь. И мы надеемся, что это настроение передастся дальше. И что мы встречаемся с вами не первый, не последний раз. Алина Черняева, Вячеслав Богачук, Новороссия ТВ.